где? Вот у меня здесь фонарик. Мы решили потестить фонарик Брасо. Включается он силой мысли. Когда тебе становится страшно и захочется домой на ручки к маме, то включается фонарик, и он освещает тебе трос. И ты все видишь и ничего не боишься. Получается так. Я почти готова. Чудесно. Потрясающе. Мне очень понравилось. Класс. Да. Как будто вторая такая история начинается. Ныряешь, ныряешь. Темно, ничего не интересно. Бац, свет включили. Очень здорово. Мне очень понравился этот фонарик. А еще... Вот так. Слепить. А еще этот фонарик удобно использовать, когда вы хотите что-то под водой поделать, но при этом, чтобы руки были свободны. И получается, включаете фонарик и занимаетесь своими делами. Сейчас покажу как. Делайте, что хотите, и вам светло. Классная вещь, короче, на маске.